Чиновники планируют отселить одесситов, которые живут вблизи двух крупных транспортных развязок. Речь идет о зданиях и сооружениях, которые находятся в зоне реконструкции Ивановского моста и новой дороги в порт. Городское управление капстроительства должно обеспечить приобретение жилья для одесситов и произвести независимую оценку их имущества. Для этого создадут специальную группу, которая и будет курировать все вопросы. Кого придется выселить, порядок и условия отселения, а также все выплаты и компенсации. У данном выпадку предбачается відселення громадян, виплата грошової компенсації власникам житлових та нежитлових приміщень, а також викуп земельних ділянок, які знаходяться в приватній власності громадян. Дані заходи будуть здійснюватися за рахунок коштів Одеської територіальної бюджету міста. Ивановский мост признали аварийным в прошлом году, а затем закрыли для автобусов и фур. К слову, водители регулярно пренебрегали заградительными сооружениями и предупреждающими знаками. Объект планируют снести, а новый построят за 1,6 миллиарда гривен. Однако работы по реконструкции моста начнутся не ранее осени текущего года. Дело в том, что путепровод – важная транспортная артерия, и городу требуется альтернативный проезд на время его закрытия. Заменой Ивановскому мосту станет новая дорога Авидиопольская дуга. Вместе с улицей Проселочной она соединит Авидиопольскую дорогу и Дальницкое шоссе. Ее должны были построить еще в конце лета 2021-го, однако работы даже не начались.